Орудовавшего в Шымкенте профессионального домушника арестовали полицейские. Стражам порядка мегаполиса обратилась горожанка, лишившаяся драгоценностей стоимостью 2,1 миллиона тенге. Женщина сообщила, что золотые изделия похитили из дома при ее отсутствии. Зарегистрировав заявление в ЕРДР, сотрудники Имбекшинского районного управления полиции приступили к расследованию факта. В результате принятых мер оперуполномоченные криминальной полиции установили личность вора и задержали его на территории Акмолинской области. Житель города Житысай, ранее судимый за аналогичное преступление, оказался причастным к 20 фактам квартирных краж в Шымкенте и Туркестанской области. Только в Имбекшинском районе мужчина воровал 8 домов на 10 миллионов тенге. В жилые помещения мужчина проникал, взламывая двери либо через окна. Излюбленными предметами хищения для него были ювелирные украшения, наличные деньги и ноутбуки. При этом опытный домушник сбывал краденое только на рынках. Подозреваемого взяли под стражу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.